ЗАГС – завораживающее слово. Именно здесь, ставя свои подписи в акты гражданского состояния, люди становятся мужем и женой, создается семья. В этом году исполняется 100 лет со дня образования этой важной государственной структуры. В нашем Ленинском управлении ЗАГС сейчас проходит выставка «Взгляд сквозь столетия». То есть, начиная с древних-древних времен, когда мы только регистрировали браки в церкви, и уже до наших лет. ЗАГС в городе Видное тоже имеет свою историю. Новое современное помещение учреждения построено в 1983 году. До этого его местонахождение было в администрации Ленинского района. С постройкой нового здания уровень оказания услуг записи актов гражданского состояния населения стал намного выше. У нас работа очень разноплановая, очень трудная, юридически очень трудная. И от нас зависит так то, что мы делаем, как будут люди потом уже с этими документами жить. То есть нужно кому-то подсказать, кого-то отговорить от чего-то. То есть это очень как бы сложный вопрос. Организация просто необходима людям. Я чувствую, как мы востребованы. С каждым днем это становится в большей степени. Делаем работу очень важную, непосредственно от регистрации рождения, заключения брака, перемены имени. Архивная работа занимает большую часть, я думаю, тоже жизни ЗАГСов. С годами работа ЗАГСов все более совершенствуется. Видным стал доброй традицией в праздник Дня любви и верности, когда в городе проходят массовые мероприятия, молодоженам и родителям новорожденных торжественно вручаются свидетельства о заключении брака и свидетельства о рождении ребенка. 7 июля мы будем проводить его в нашем детском городке, так что как раз-таки всех и приглашаю туда, на это прекрасное мероприятие. Но для чего оно создано? Во-первых, конечно же, опять-таки, показать молодому нашему поколению о том, что как бережно и нужно относиться к своей семье. Яркое подтверждение тому, насколько для человека важна семья, это чествование в ЗАГСе юбиляров семейной жизни. Добрая традиция существует в Ленинском управлении ЗАГС уже несколько лет, когда пары, прожившие вместе долгие годы, ставшие уже бабушками и дедушками, на несколько часов вновь возвращаются в свою юность. Наши юбиляры – показатель того, что можно прожить долго, счастливо, в любви, в заботе друг о друге, чтобы вырастить достойное поколение, которое будет радовать всех. Особенностью Ленинского управления ЗАГС является и то, что рядом с ним расположен сквер молодоженов. Это подарок города, учреждению и видновчанам в год 45-летия Видного. Людмила Медведева, Евгений Садовский, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.